Ты на каком больше языке говоришь, на русском или на испанском? Ты на каком больше языке говоришь, на русском или на испанском? Смотрите, что у нас есть. Наша кепочка. И вот у Маргоши футболка. Так, а мы тут собираемся отправлять первую посылочку. Вот, и мы хотим такие кепочки заказать, очень модные. Да, они вот такие вот рваные должны быть. Это не брак. Это бешеный единорог, что ли? Ребят, я сейчас хочу объяснить быстренько, как пользоваться нашей страничкой. Доброе утро. Тут мой зайчик проснулся, переоделся и дальше спит. Доброе утро. А ты что просыпалась? Чтоб переодеться? Всего закончились каникулы, теперь вставать утром рано. Да? Не выспалась? Маргоше так тяжело было уснуть вчера. Потому что спала она вчера до часу дня спала. И не могла уснуть потом до 2 часов ночи. Ну все, теперь режим твой установится. Будешь утром вставать, и все будет нормально. Да? Давай встаем. Дулька твоя упала. Давайте, время уже. Вам полчасика осталось. Угу. Полчасика осталось. Вот. С кем ты говоришь? Что такое? Что нам надо наши растения твои? Маргарита брала на каникулы вот эти вот растения. Это что за базилик? А второй? И что, так чуть-чуть только выросла? Немножко завяло. Хоть кролики не поели. Наверное, им не нравится это. Если бы им нравилось, они бы уже давно съели. Это можно кушать. Угу. А кроликам не нравится. И как теперь ты понесешь? Как ты понесешь 2? Вот так вот. Нет, ты что, тяжелые. Пишу, вытаскивай. Хочу. Не знаю, что не хочешь. Да? Не хочу тебя любить. Подожди. Все. Открой это. Все, пока-пока. Удачи вам. Подожди. Ой, все, давайте. Привет, девчонки! Как дела? Нормально. Не замерзли? Нормально. Нормально? Плавание у тебя сегодня? Чего? Как твои цветочки? Отдала растения? Все нормально? Так зачем смысл-то брать домой? Я что-то не поняла. Чтобы просто поливать? Она не должна всегда, чтобы она не А, чтобы она не ухаживала, да, и в школу не приходила. Чтобы не всегда приходила. Понятно. Мам! Что? Ксюнь, собери себе сумку для плавания. Давай, давай. Куда полез? А? Куда полез? А? Ты слайм хочешь? На, держи. Слаймер. Макс, слаймер. Ты покушала? Нет. Куда мама. Пошла тогда? Мама. Мама. Что, не выспалась сегодня? Я вчера не засыпала на уроках? Не засыпала на уроках? Нет. Сегодня раньше спать пойдешь? Да, раньше спать пойдешь. Да, да, да. Кстати, ребят, смотрите, что у нас есть. Наша кепочка.
Это мы сделали образец. Да, это мы сделали образец такой. Наш мерч. Да, и вот он на футболочке тоже. Вот так вот. Так что, ну, это мы сделали себе такой образец, и, а другие футболочки, которые уже на продажу, они сейчас в разработке. Я так думаю, что к лету точно приедут. Вот у Ксюшечки тоже такая кепка. Вот, и футболочка. Мама. Вот. Мы будем... И вот у Маргоши кепка. Ой, кепка, блин. И вот у Маргоши футболка. Мама. Через неделю или две, не знаю когда, но мы будем играть в мяч, в футбол. Правда, с другими... С другой командой, да. С другой школы или с другим классом? Да, из другого, с других школ. И, да. Ты играешь в футбол? Ну да, я себя записала. А когда вы будете тренироваться? Мы уже, кажется, уже тренируетесь? Тренируемся. Я смотрю, он у тебя коленки еще разыграла все. Тренируешься. Ты посмотри, как они порвались уже. Ой-ой-ой. Они уже скоро по кругу так пойдут и превратятся в шорты. Что, мой золотой? Что? Ты покушал? Да? И что ты хочешь? Порезать, потом будут шортики. Вот так вот ты потом обрежешь, и все, и будут бриджи. Не, фу, мне не нравятся бриджи. Почему? Что это? Бриджи — это вот такие вот по колено. Мама! Ну, бриджи, бермуды, не знаю, как называют. Еще не шорты? Слышала. Да, длинные, удлиненные шорты. Я люблю шорты. Мама, удлиненные шорты. Что ты хочешь? Да. Все. Давай, пойдем. Ксюш, пойдем сумочку собирать на плавание. Мама. Все, все. Мама. Все, хватит. Мама. Хулиганье. Девочки несерьезные вообще. Пошли, Ксюша, вам сколько скоро выходить уже? Нет. Уже 5 минут осталось. Маргарита, быстрее, выходить уже надо. Мама, нам надо, мне надо в ТИФ 2. А, ТИФ 2 надо идти? Пофиг, я пойду в один. Нет. Чтобы играть. Да. Нет. Хорошо, когда будешь идти после бассейна, надевай капюшон, понятно? С мокрой головой не надо идти. Все, пока. Потом нужно в магазин сходить. Потому что у нас молока нет. Папа приедет в 5:00. Ну ладно, посмотрим. И потом... Суп с котом. Все, пока. И потом... И там еще открыто будет. Конечно. Будет манор открыт. Конечно. А какой манор? Зачем тебе манор? Манор, что там не нужна. Давай, иди. Пока. Давай, красный. Где красный? Красный, роху. Я не знаю, на каком языке тебе говорить. Ада. Роху. Вот он, красный. Теперь давай все красные ищи. Она путается, на каком языке. Папа ей на испанском говорит. Я на русском. Давай ищи все красные. Вот Макс тебе помогает. Макс тебе помогает. Там нету. Как это нет? Посмотри, сколько много. Нету. Ну как нету? А где это? А красные что? Где? Смотри, вон Макс все нашел уже. Хорошо, давай теперь синий. Асуль, да, правильно, молодец. А у тебя кофточка какого цвета? Да, какого цвета? Роху. Нет, ты чего, Макс? Какого цвета у тебя? Ну, синий, да. Синяя. Ты кубики какого цвета ищешь? Синие. Вот так вот и убираем каждый день кубики по цветам. А потом опять забываем, да? Да, утром проснемся, уже не помним. Каролина с Максом в этом году в садик пойдут. Да. И у них там еще немецкий добавится. Да. Ты на каком больше языке говоришь? На русском или на испанском? Русском. Нет, не на русском. Ты со мной вообще практически не говоришь на русском. На испанском говоришь? Да. Да? А какой тебе больше нравится, русский или испанский? Папин язык или мамин язык? Чей нравится больше? Мамин? А почему ты не говоришь на мамином языке? А?
Потому что ты, тебе нравится больше на папином? Да. Макс, а тебе какой нравится больше? Мамин язык или папин? Папи. Папин? А ты больше на русском, между прочим, говоришь. Все наоборот. Так, а мы тут собираемся отправлять первую посылочку. Вот такая вот у нас брошюрка идет. Про слайм. Вот здесь вот вся инструкция. Что да как хранить, как использовать. Вот здесь адрес нашей странички, Инстаграм и все такое. Так, вот. Такой мы будем ложить внутрь. В посылочку. Еще вот заказали у нас таких вот два слайма. Один большой, баттер. И один вот такой вот манго. Прозрачный. Он из прозрачной основы. С такими вот блесточками. Так, еще у нас в подарок идет браслет. Вот такой вот браслетик. И две конфетки вот такие вот швейцарские. Еще здесь вот еще в пакетике борокс находится, чтобы могли, если что, загустить, потому что слаймы могут разгуститься. Слаймы могут немножечко стать липкими при отправке, при температуре. Сейчас вообще-то у нас прохладно, и они такие немножко будут замерзшие. Но потом, когда они постоят дома, они становятся немножко липкими или жидкими даже. Вот, поэтому борокс обязательно, как положено. Все, сейчас мы будем запаковывать. Это у нас заказывали здесь, в Швейцарии. Вот, а которые у нас заказывали, с России заказывали, еще там с других стран, мы уже отправим завтра. Вот. Ну, в общем, мы первый раз это все делаем, поэтому у нас немножко сейчас, как сказать, первый раз, и чтобы не было ошибок, нужно сделать все правильно. Поэтому сделаем все внимательно, аккуратно. Вот. Вчера сделали документы, сегодня, оказывается, проверили у нас, и там кое-что было неправильно, поэтому папа сейчас сидит, переделывает, чтобы все было хорошо и к вам дошло. Вот, так что сейчас я это упакую все. И первая посылочка у нас уйдет. Так, слаймики обязательно заверну я вот в такую вот пленочку пупырчатую. Вот. Ну давай, первая посылочка пошла. Там два слайма. Удачи. Там два слайма, да. Ты уже спишь, что ли? Время уже 9 часов. Смотрите, еще светло у нас. 9 часов еще светло. Ну, только темнеет. Надеюсь, ты сегодня будешь спать? Не будешь вставать? Да, я хочу опять с тобой. На, я не могу. У меня много работы еще. Я не могу так рано спать ложиться. Ты что? Я не могу в 9. Я бы с удовольствием в 9 часов вылегла спать. Честно, с удовольствием бы сейчас прилегла и спала. Но у меня еще очень много работы. Можно мне уже сейчас? Конечно, даже нужно 9 часов уже. Ты зубки почистила? Нет, я не хочу. Я завтра почистила. Нет, надо чистить сейчас. Тем более ты кушала мороженое. А, я резинку сняла. У меня теперь болит эта кожа. Давай, иди чисти. Я... Еще 30 минут. Нет, не 30 минут. Чистим зубы и спать. Ты зубки почистила? Почесала зубки? Давай я тебе почешу. Хочешь? Что ты за мультик смотришь? Опять Коко? Классный мультик. Мы его пересматриваем уже не знаю сколько раз. Раз, наверное, 10 уже смотрели, да? Кто смотрел Коко? Очень хороший мультик. Вот есть такие мультики, которые вот прям хочется смотреть по нескольку раз. Да, и даже не надоедает. Мне, например, не надоел этот мультик еще. Я его с удовольствием смотрю. Также и детки. Конфетки, детки, конфетки. Спать будем? Мы взяли на образец вот такую кепочку. Она нам очень-очень понравилась, потому что она 3D. Видите, у нее какая вышивка. И здесь она вот такая вот рваная. Вот. Мы хотим заказать. Ну, это так как это образец, просто как бы. Это не наша надпись. Мы хотим сделать свою надпись.
Вот, девочки хотят кепочки BFF, чтобы вместо вот этой надписи была BFF. Такими выпуклыми. Смотрите, видите, какие они выпуклые? Вон они какие. Толстые. В общем, мы хотим сделать такие BFF, потому что нам качество очень понравилось. Очень хорошее качество. Это хлопок. Сшито очень хорошо. Такой замочек хороший. Хвостик прячется внутрь. Вот. И мы хотим такие кепочки заказать. Очень модные. Да, они вот такие вот рваные должны быть. Это не брак. Это так и должно быть. Там очень много цветов. Там есть и желтые, и вот черные. Есть и белая с розовыми вставками. Есть желтая с черными вставками. Ну вот. Какая? Где у нас еще другая? У нас еще одна есть кепочка. Вот, еще вот такая вот кепочка есть. Вот она розовая, с голубыми вставочками, с голубыми буквами. Вот, и мы хотим такие сделать. Здесь, конечно, будет другая марка. Наша марка будет. И здесь будет надпись BFF. Вот такие вот они. Смотрите, как классно смотрятся, да? Выпуклые буковки. Вот, только теперь нам нужно выбрать цвета. Либо BFF сделать вот такую вот черную с розовыми буквами, и другая розовая с черными буквами, чтобы они сочетались, чтобы парные продавать. Все, телефончики сдаем? Да, ребята, телефончики девочки сдают, потому что они хитрули. Ночью не спят, а в телефоне сидят. Это бешеный единорог, что ли? Все, давай. Ах ты какашка. Я тебе сейчас хвост оторву. Маргарита вчера выносила. Если ты еще раз встанешь. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Давай. Все. Всем спокойной ночи, говори. Пока. Все, пока. Мама, а. Я потом сейчас переоденусь. Потом переоденься, лучше сейчас переоденься. А я потом к тебе приду. Ага. У меня уже есть посетители ко мне, приходят под утро. Нет, идем сюда и сядь, и ты будешь смотреть, я буду спать. Я буду шуметь, у меня же звук будет громкий. Ну, как, это наушники? Я сейчас пока еще укладывать пойду, малышню. Хорошо, жди. А потом... Конечно, потом ты через 5 минут уже храпеть будешь. Ребят, я сейчас хочу объяснить быстренько, как пользоваться нашей страничкой, потому что очень много пишете комментарии, но я не могу на все ответить. Под каждой фотографией, не знаю, больше чем 100 комментариев, и все спрашивают, а как это, как то, а как поменять валюту, а как купить и все такое. В общем, смотрите, вот она, главная страничка, видите, все, что у нас тут продается. В общем, здесь есть меню, да, вот эти вот три полосочки, вот оно меню. Вот. Вы выбираете, что вам нужно. Слаймы. Так, потом, значит, что там вот одежда. Ну, одежды пока у нас нет. А, ну да, в принципе, там что-то есть в одежде. Вот. А вот, да, здесь есть у нас браслеты и сумочки. Смотрите, видите, вы выбираете, например. Если вам захотелось, если вам просто понравилось, можно ставить сердечко. Так вот поставили. Вот, например, вы захотели купить. Вы нажали, да? Видите, у меня здесь евро. Как нужно поменять? Если на главной странице у вас не поменялось, то заходите, выбирайте этот товар еще раз. Меняйте валюту. Вот сюда спускайтесь, в самый низ. Видите, она здесь опять есть. Выбирайте, что вам нужно. Вот, вот сейчас были евро, да, помните? И меняем на рубль. Что у нас стало? У нас стали рубли, видите? Если на главной страничке, на самой страничке не меняется, вот смотрите, вот главная страничка, это когда вы зашли на сайт, видите, вот здесь вот, да? Если она здесь не меняется, потому что многие пишут, что они меняют на свою валюту, а она, в общем, выбирает совсем другую, значит, вы заходите на тот товар, который вы хотите, например, вот слайм, да? Видите, сейчас вот другая валюта. Вот, если это не ваша валюта, значит опять вот вы вот выбрали слайм, да, он вам нужен, вы хотите его купить. Это не ваша валюта, вы хотите поменять на рубли. Спускайтесь в самый низ, выбираете рубль. Видите, она сразу потемнела. Значит, вы выбрали
И что у нас появилось? У нас появился рубль. Точно так же. Белорусские, да, вот деньги. Что у нас стало? Вот они, белорусские. Вот и все, ребят, все работает. Если кому-то нужна, вот Украина. Вот. Вот, пожалуйста, ваши деньги. Многие ребята не знают, какая валюта у них в стране, как она называется. Ребят, вот эти вот названия, это не мы придумали. Это называется так, ваша валюта. Вот, доллар, евро, рубль, франк наш швейцарский. Это, по-моему, Молдова, если я не ошибаюсь. Это тоже, я уже забыла, что такое Белоруссия, Кыргызстан, Украина, Узбекистан. Понимаете, вы, если вы не знаете свою валюту, зайдите в Google, напишите свою страну и напишите свою валюту. И вот там вы увидите, как она называется. Вот в таких вот трех буквах. Все очень легко и просто. Это не мы придумали. На самом деле, каждая валюта имеет вот такое вот название, сокращенное, можно так сказать. Казахстан, Польша, Азербайджан, Узбекистан. Так что ищите название, и здесь все есть. Потом, значит, если вы хотите купить этот слайм, вы нажимаете на корзину. Видите, все по-русски написано. Если она вам понравилась, если он один, значит один. Если хотите таких два, значит нажимайте на плюсик. Нажимаете в корзину. Ой, нажали в корзину. Смотрите, где она окажется. Видите, корзина зажглась. Однерочка. Значит, вы заказали. Если вы хотите еще что-то, то значит опять идете в меню и ищите, что вы еще хотите. Back to school, cute in с одежда, это там у нас браслетики, сумочки. Видите, вот по названиям смотрите. Слаймы. Все, допустим, я хочу back to school. Вот, я нажала на back to school. Она мне загрузила. Здесь есть пеналы. Пожалуйста, выбирайте пенал. Например, вот этот пенал вы выбрали. Так, здесь написано силиконовый пенал для школьной канцелярии. Видите? Дальше вы нажимаете в корзину. Все, пенал в корзине. Видите, уже здесь двоечка появилась. Когда вы хотите покупать, вы нажимаете на корзину. Видите, вот это вот все, что вы выбрали. Нажимаете оформление заказа. И здесь есть разные карточки. Visa, MasterCard, еще какие-то. Ребят, у нас нет ни Kiwi кошелька, ни Яндекс кошелек. Такого здесь нет в Швейцарии, к сожалению. У нас нельзя оплатить таким способом. Либо PayPal, либо карточками, вот такими вот. Все, выбираете вот здесь, нажимаете. Если у вас какая-то из этих карточек, нажимаете на эту, на точку, да, вот на вот эту. Вот сюда. Потом, значит, вы пишете данные карточки, подтвердить заказ. Все. У вас здесь будет и доставка, и сколько стоит каждая, и итоговая цена. Все, ребята, больше ничего делать не надо. Вот, я надеюсь, что теперь вам все понятно. Если вы не хотите, если вы хотите, допустим, передумали, нажимаете сюда на крестик, удалили, на крестик, удалили. Все, у вас корзина пустая. Вы можете идти опять в меню, в магазин, искать, что вы хотите. Так, вот спрашивали там кулончики. Кулончики вот здесь находятся, Cute Inns одежда. Сюда нажимаете на вторую страничку. Здесь странички есть, можно все выбирать. Вот они все, сумочки разных цветов, кулончики, браслеты. Все здесь есть. Все очень легко и просто, проще не бывает. Вот эта одежды пока нет, она у нас только в планах. Кепочки тоже скоро будут, поэтому все, везде, где есть ценники, все продается. Поэтому я в Инстаграм не буду вам писать цены, ребят, вас очень-очень много, очень приходит сообщение, я просто не успею всем ответить. А еще плюс всем нужно перевести на их валюту, поэтому вы, пожалуйста, переходите сами на страничку на нашу, выбирайте свою валюту. Вот, выбирайте свою валюту и смотрите, сколько она стоит. И перед тем, как выбрать валюту, узнайте, как она называется. А то я как посмотрела в Инстаграме, у меня там столько сообщений, я просто физически не успею каждому из вас ответить. А у вас один и тот же вопрос.
сколько там стоит, да, сколько стоит отправка туда-то, сколько стоит там в эту страну. Представляете, сколько я должна сидеть, отвечать на сообщения и сидеть вот так вот переводить. Точно так же зайти на сайт, да, и нажимать на вот эти валюты и смотреть, сколько она будет стоить в вашей стране. Это, я думаю, просто лучше и удобнее будет, если вы сами зайдете и сами посмотрите. Просто берегите мое время тоже, да. Как бы у меня тоже времени очень мало, и нужно и делами заниматься, и домашними, и детками, еще и вам отвечать. Поэтому я думаю, вы меня понимаете и будете немножко сами изучать и сами пробовать. Не бойтесь нажимать, не бойтесь изучать, узнавать, тыкать на кнопочки, все проверяйте. Здесь ничего такого нет страшного, ничего не произойдет, ничего вы здесь не сможете, не поломаете, не купите случайно или еще что-то. Так что нажимайте, ищите, лазите по страничке, узнавайте, изучайте.